Всем здорово, ребят. Играю в Brawl Stars и приходит мне уведомление с группы Castle Clash Info. Зашел сам на форум, проверил специально. Ссылочку на форум и на группу оставлю вам в описании. В общем, вот такая вот будет у нас обнова в следующем... Говорю, в следующем, в этом месяце, через недельку, через две, скорее всего, введут, как видите, перевело вызовы суперпитомцев. И подъем Древнего Египта, скорее всего, будет либо новая локация, либо вкладка. Посмотрим, что оно будет означать. Ну, интересно, потому что судьба заполнена. И как они реализируют, либо добавят новую локацию, либо же просто сделают вторую вкладку. Кто его знает, в общем, посмотрим. То есть, соответственно, игра еще будет длиться, длиться, длиться. Добавится по-любому новый герой. Но вот суперпитомцы, скорее всего... Мне кажется, что будет либо 40-й левел добавлен и 10-й скилл, либо что-то новое добавят на питомцев уже, не знаю. Ну, в общем, думаю, очень много интересного будет, поэтому пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Будем ждать следующей инфы. Всем удачи, всем пока.